Мы узнали, что купаться лучше всего на островах. Один из первых дней мы посвятили безмятежному отдыху на острове Ко Самет. Мы едем на остров, который называется Ко Самет, на этой лодке. Слева Южно-Китайское море, справа Сиамский залив. Чем отличается это море от всех остальных? Да, в общем-то, ничем. Только температура воды здесь всегда 30 градусов. Как отдых? Такая вода, чистая, ласковая. Мы гуляли по острову, и везде нас встречали белоснежный песок, теплое море, буйство зелени. Мы не в Мексике, мы в Таиланде. Это кактусы. Мы находимся у входа в отель, который называется Grand View Resort. По-русски это суперкрутой отель. Пройдем дальше. Вот там начинаются джунгли, настоящие джунгли. Где водятся много-много диких обезьян. И слонов. Это мы едем по джунглям. Вот так вот. Вау, тут дороги дойдут. Ну вот, наше путешествие продолжается. На вот этой двухколесной рассалине мы доехали до вот этого очаровательного места. Мы вернемся сюда еще.